Доброго дня! В ефірі телеканалу «Відкритий» працює прес-центр. З вами у студії я, Анна Кравчук. Тема нашої прес-конференції – насилля в родині. Кого і за що карає закон? Сьогодні у нас на цю тему буде відповідати на запитання відома адвокатка, журналістка, керівниця Дніпропетровського об'єднання «Адвокат», автор і ведуча телепрограми «Під захистом» Світлана Торопчина-Агалакова. Я вас вітаю! Вітаю. Розкажіть нам, будь ласка, яке існує законодавство щодо домашнього насильства? Це нове законодавство, чи воно діє вже давно? Що взагалі під термінологією домашнього насильства ми маємо розуміти? Спасибо большое, что пригласили. Для меня большая честь, что вы пригласили меня в эфир. Хочу быть вам полезной и, конечно же, все расскажу, все, что знаю. А по поводу домашнего насилия, конечно, законодательство это новое и очень классное. К сожалению, в связи с тем, что оно новое, его почти никто не знает. Несмотря на то, что уже несколько лет оно работает, и работает и в Украине, и в Днепре, к примеру. Но, как все новое, идет тяжело. Вот, например, хочу вам сказать, Европейская конвенция по защите прав человека была ратифицирована 11 сентября 1997 года. Много лет, очень много лет, даже судьи говорили, где тут Страсбург и где вообще Днепр, или где Украина. Сейчас нету решения практически, которое вот судья бы принял, в котором не указывалась конвенция. Раньше мы об этом просто мечтали. То же самое законодательство о защите прав потребителей. Тоже когда-то там, кто такой потребитель? Сейчас потребитель звучит гордо, и вы наверняка знаете, что если потребитель, что-то с ним произошло, у него есть там же и органы защиты и так далее. Прошло десятилетие, чтобы это изменилось. Поэтому спасибо вам за этот эфир, за то, что вы распространяете информацию об этом замечательном законе. Домашнее насилие может быть разным, оно может быть сексуальным, оно может быть экономическим, может быть физическим, оно может быть психологическим. И вообще, ну, с точки зрения закона, хочу сказать, что это, якщо мовою закона, вибачте, сухою, ну, але процитую, це діяння, дія або бездіяльність фізичного, сексуального, психологічного або економічного насильства, що вчиняються в сім'ї чи в межах місця проживання або між родичами, або ж між колишнім чи теперішнім подружжям. І незалежно від того, чи проживала особа, яка вчинила домашнє насильство, у тому самому місці, що постраждала особа. Тобто це діяння чи бездіяльність, а також погроза вчинити такі дії. Конечно, есть и экономическое насилие, это когда человеку угрожают какими-то экономическими санкциями, есть, понятно, сексуальное, мы знаем, по полу, есть психологическое насилие, вот, и, конечно, это нужно знать, потому что, ну, например, почему это важно знать? Ну, кто знает о том, что человек, который подвергся домашнему насилию, имеет право на возмещение морального вреда. А есть такая статья в законе, статья 23, она говорит о том, что человек может возместить и компенсировать материальный и моральный ущерб. Давайте зараз повернемося ще до цієї саме теми. Скажіть, будь ласка, от на вашій особистій практиці ви стикалися з такими моментами саме домашнього насилля? Ця проблема є дійсною у нас в країні, у нас у місті та області, чи вона, скажімо так, тільки на папері? Конечно, и сейчас есть такие примеры в моей практике, и раньше, до принятия этого закона, есть такие примеры, которые вообще, як кажуть українською мовою, жахливі. Ну, например, не в моей практике, но тот случай, который меня потряс, наша коллега, пожилая адвокатесса, адвокатка, якщо правильно зараз, відповідно до української термінології. Вона жила во Львові, вот, известный адвокат, очень, наставник многих адвокатов. Дочь ее уехала в другой город, вот, и с ней жил внук. И внук просто издевался над бабушкой адвокатом. Она отказать ему не могла, он у нее требовал деньги, вот, на эти деньги гулял, веселился, в конечном итоге он ее убил,
закрыл в шкафу труп и поехал развлекаться, пока не забили тревогу соседи. Об этом вообще случае, об этом, что какому насилию подвергалась эта женщина, не знала даже рада адвоката. Вот, случаи бывают и с детьми, и вот случай, я приезжала на... У меня было уголовное производство в отношении внука, который задушил бабушку. Вот. Очень ненормальная ситуация какая-то сложилась у них в семье, что он за этой бабушкой, уже по полу это было ненормально, он за ней доглядав, если можно так сказать, там и мыл ее, и переодевал, как он говорил на следствии, и за лекарствами ходил. Если бабушка себя плохо вела, он мог не купить лекарства. Если бабушка себя плохо вела, он мог не вызвать скорую ей. Вот. Когда мы приехали с полицией, я как адвокат тоже, бабушка была побита. Вот. И когда она ему в очередной раз, там она была лежачая, когда она в очередной раз сделала ему замечание, что он опять там выпил пиво, он так легонечко ее придушил, и бабушка умерла. Вот. Очень много случаев, когда мужчина терроризирует женщину-ребенка. Буквально недавно свежий случай. Молодая женщина, 20 лет, у нее грудной ребенок. Она обратилась к нам, обратилась в Центр безоплатной правовой помощи о том, что муж просто забрал ребенка грудного, трехмесячного. Вот. Вот, ну, считал, что она себя плохо ведет, и решил таким образом шантажировать мать. Вот. И поднялись, конечно, все органы, и полиция, и так далее. И был случай, когда ребенку 7 лет, мужчина в Днепре проживающий, просто не давал ребенка матери, которая собиралась с ним расторгнуть отношения. И все лето держал его дома, не разрешал уехать к бабушке в другую область. Вот так вот терроризировал жену. Вот. Ну, вмешательство адвокатов, когда мы позвонили, поговорили с ним о том, что какие у него могут быть, какая может быть ответственность, в том числе и по квартире, в которой он проживал, но не имел на нее права. Мгновенно ребенок был отдан, и вопросы были решены. Спокойно она уехала с ребенком к маме. То есть случаев достаточно много таких в жизни. Як у таких випадках діяти? От вони різні, наприклад, ситуація, коли тебе онук або твоя дитина, або ж навпаки, коли є домашнє насилля над дитиною, над дружиною. Як у цих різних випадках діяти? Як законом захищена людина-жертва? Як законом карається людина-насильник? Вот смотрите, задача, ну, на мой взгляд, любого действия, в том числе и сегодняшней встречи, и сегодняшнего разговора, вот мы зачем собрались, да, вот, ну, просто собрались. Вот моя задача – повлиять, принести что-то, принести обществу что-то полезное, что-то сказать полезное. Поэтому ответ на ваш вопрос такой – знать. Спасибо вам, что вы включили в свой перечень эфиров эту программу. А задача человека эту программу посмотреть, моя задача доступно рассказать. Поэтому прежде всего, что нужно делать? Знать, что существует закон, скажу украинскую, могу сказать российскую, закон про запобегание та протидію домашнему насильству. Прекрасный закон, отличный закон. В этом законе нужно знать, что людям нужно знать, что существует единый колл-центр. Когда там есть цифры 1545, 1547, вот, если даже сложно запомнить эту цифру, помните, навсегда в памяти должна быть цифра 102. Это, в принципе, одно и то же. Просто если мы звоним в колл-центр, то мы напрямую попадаем в эту ситуацию, в этот колл-центр. Это первое, что нужно знать, это государственное отделение, государственное учреждение с отделениями в разных областях Украины. Первое, итак, колл-центр есть. Щодо протидії домашнему насильству, так він називається. Что нужно знать второе? Что этим законом, о котором мы говорим, предусмотрены специальные службы. То есть не просто так государство говорит, не переживайте, у нас есть закон, и мы вас поддержим. Государство создало специальные предприятия, специальные службы поддержки людей, которые подверглись домашнему насилию. Это есть мобильные бригады, это есть специальные приюты, есть специальные учреждения. Вот. Хочу сказать, чтобы не забыла, какой орган вообще в государстве руководит вообще защитой человека от домашнего насилия. Есть такой в законе термин специализованная центральная установа державы. Этот орган установлен в Украине, и это Минсоцполитики.
Если что, все вопросы по домашнему насилию – это Минсоцполитики. Что еще нужно сказать? Что нужно знать? Что в Украине существует единый государственный реестр случаев домашнего насилия. Там хранится вся информация. Если уже, в законе кривдник обидел жертву, то один раз, и вот как бы вроде ничего не было. Кто там посмотрит единый реестр преступлений, в какие-то заявления, если были ли они или нет, то вот в этом реестре фиксируется вся информация о потерпевшем, о виновном лице, о ребенке, о семье, вообще об этом случае, что и когда было. Это тоже очень важно. То есть это база, которая позволит вообще понять, кто перед нами, если человек обращается уже. Это не первый раз, например, это было. Что нужно еще знать, друзья мои? Очень важно иметь информацию об этом законе, информацию о том, что я сейчас говорю, потому что не каждый может услышать. Может быть, когда случится это домашнее насилие, человек не сообразит это что-то. Но у него должно вот здесь вот ёкнуть, что он на что-то имеет право. Так вот, он имеет право получить бесплатно информацию. Он имеет право получить различные услуги, медицинские, юридические, социальные, по данному закону. Вот. Что еще он имеет право? Когда человеку некуда бежать? Почему люди часто терпят домашнее насилие? Ведь это же не единичные случаи бывают, мы знаем с вами, да? Потому что некуда уйти. Одно жилье. Так вот, существуют безопасные приюты для людей, которые претерпели от домашнего насилия. Это тоже согласно этому закону. Кроме того, иногда человек боится кому-то поделиться, рассказать. Ну, например, женщина встречает ее, там, например, мужчина, или она боится прийти в полицию, там мужчины сидят. Вот, согласно этому закону, человек имеет право выбора специалиста, который ее консультирует по полу. Она может рассказать такие вещи, которые она, может быть, не расскажет полицейскому, но расскажет женщине из этого учреждения. Вот. Хочу сказать, что очень важно, какие специалисты, конечно, в данной ситуации. Очень важно, что государство обратило на это внимание, не только внимание полиции, и выделило в разделы какие-то определенные статьи Уголовного кодекса о том, что есть ответственность за домашнее насилие. Она придумала, что это определенная, очень важная отрасль, которая нужна в защите прав человека. И специалисты, конечно, вот в этих учреждениях есть. Вот я помню, у нас был тренинг, по-моему, год назад или два, тренинг по soft skills. Это определенные навыки, и проводили его прекрасные девушки из Киева, со Львова, потрясающие специалисты. Там была тема домашнее насилие. Как они нас тренировали? Ну, тренинг был универсальный, но в том числе домашнее насилие. Как это было корректно, как мы проводили игры, как, кто потерпел от домашнего насилия, претерпел, где ребенок, как поговорить, как спокойно сказать, как сделать так, чтобы человек не закрылся. То есть это очень важно, что у нас есть специализированные организации, где есть специалисты, которые дадут психологическую помощь, бесплатно медицинскую, юридическую помощь. Потому что, например, вот мы как адвокаты на этом тренинге, и не каждому адвокату расскажет человек правду. И не расскажет правильно не всегда. И если ты неправильно себя поведешь, человек закроется, и не будет оказана помощь. Что еще хочу сказать, что люди часто стесняются. В законе специально четко выделена норма, согласно которой человек имеет право на конфиденциальную информацию о себе. То есть все, что услышали эти специалисты в этих учреждениях, законом предусмотрено это. Ни в коем случае никому не может быть раскрыто. Человек рассказал, и все. Никому это будет тайна. Вот. И что еще хочу сказать, что человек, который претерпел от домашнего насилия, не надо куда-то специально ехать. По месту совершения этого насилия он имеет право на получение этой соответствующей помощи. Вот. Хочу еще что сказать, что если это ребенок или человек недееспособный, там, например, пожилой человек может такое быть, вот, то в данной ситуации его родственники никак, ну, видят, что он, допустим, или там видят, что он терпит домашнее насилие от какого-то члена семьи, и они безучастны, вот, то тогда в данной ситуации ребенку, таким людям, оказывают
помощь по противодействию домашнему насилию органы опеки и попечительства. Вот. И хочу еще что важно сказать, что человек может иметь право на помощь по домашнему насилию, противодействие и защите от домашнего насилия, независимо от того, писал ли он заявление в суд, обращался ли он в полицию, обращался ли он, участник ли он какого-то уголовного дела. Неважно, вот случилось, и неважно, писал он куда-то или не писал, он сразу имеет право на эту помощь. Що стає з людиною саме от агресором, кривдником? Він може потрапити до в'язниці або його просто якось карають? Яким саме чином карають його законом? Закон, чому так, как бы он не очень известен, потому что в юриспруденции України таких норм никогда не было. Никогда. Поэтому тяжело они идут, потому что они не на слуху. Вот в отношении обидчика очень много чего нового придумали. Вот. И закон говорит о том, что есть такой срочный, якщо українською мовою, терміновий заборонний припис. Вот. И его срочно применяют, если есть непосредственно угроза жизни потерпевшему. Вот. Значит, что это означает? Этого человека могут обязать покинуть место проживания пострадавшего немедленно. Вот. Полиция может запретить заходить-выходить ему в этом месте жительства этого потерпевшего. Вот. Полиция может вообще запретить какие-то контакты с пострадавшим лицом. Вот. И, например, можно так вот, я примерно слышу там, на другом конце экрана, человек живет в своей собственной квартире. Вот. У него там ребенок, например, или там жена, там, вот, которая, например, не имеет права вообще там, права собственности этой квартире. Закон четко указывает, независимо от имущественных прав обидчика, его могут выставить из квартиры. Как я говорю, попросить выйти вон. Поэтому есть такие нормы, об этом нужно знать. И, кстати, вот, вот это предписание временное, запретительное, оно говорит о том, что закон говорит о том, что его можно употребить работникам полиции, в частности, без мотивированного решения суда, мгновенно. Кроме того, есть еще такая штука, как, якщо українською мовою, обмежувальний припис, то есть предписание ограничительное в отношении того лица, который совершил домашнее насилие. Запрещают пребывать вместе с лицом потерпевшим в одном помещении. Запрещают общаться, например, с пострадавшим ребенком. Категорически написано в законе. Запрещено общаться. Это чудесно. У меня был в практике случай, когда я проводила там несколько лет в новомосковском суде, защищала женщину, которая приехала со Львова. Она сбежала туда, во Львов, к родителям. У нее было двое детей, и на глазах одного из детей ее муж ее побил. Вот. И просто издевался. Она уже не выдержала, сбежала. Вот. И могу вам сказать, вот такое терпение у женщины, потому что у нее был реальный страх. Вот. И если был бы тогда этот закон, вот о том, что запрещено находиться в помещении. Вот она пошла бы в полицию, ему бы сказали, ты собственник квартиры, а он был собственник квартиры. Не имеешь права зайти туда, там ребенок, там дети и жена. Ты туда зайти не имеешь права, независимо от этих прав. Вот, что еще замечательно, запрещено приближаться на какое-то определенное расстояние, например, на 10 метров. Запрещено, согласно этому предписанию, могут запретить вообще общаться даже, звонить по телефону, просить других людей звонить по телефону. Вот. И запрещено разыскивать пострадавшее лицо, если оно спрятано, например, там, в приюте. Вот. И это закон говорит о том, что это уже по решению суда на срок от 1 до 6 месяцев, в зависимости, насколько нужно, решает суд. И очень... Я попрошу вибачення, як це контролюється? Тобто ми розуміємо, що, наприклад, заборонено підходити на відстань 10 метрів. Хто контролює цей момент? Адже людина може підходити, і ніхто про це навіть не дізнається, якось це... Органи поліції, звісно, вони можуть бути в курсі, і от ці спеціалізовані організації, які займаються протидіянням домашньому насилію. І хочу сказати, що в таких випадках, коли
человек может быть неконтролируемый, да, и его не поймаешь, то существует отличная программа, она, кстати, работает. Программа для, якщо там терміном законодавства, то программа для кривдників, согласно которой суд может обязать такое лицо на срок до 1 года проходить определенную программу, поучительную программу, которая заставит его вести себя достойно и вести себя правильно. И хочу сказать еще, существует, в ответ на ваш вопрос, существует уголовная ответственность. Вот, уголовная ответственность, в Уголовный кодекс внесена статья 126 со значком 1. И там говорится о том, что могут назначаться общественные работы, могут быть ограничения свободы, а также могут быть, так еще, по-моему, арест на срок до 6 месяцев, ограничения свободы и лишение воли до 2 лет. Тобто все ж таки може закінчитися це в'язницею? Конечно. То есть, если 2 раз позвонили в колл-центр, 2-й раз, 3-й, вот, уже есть статистика, колл-центр все собирает, вот, и в колл-центре есть эта информация. И тогда уже уголовная ответственность не за горами. И если статистика большая, и лишение свободы может быть в зависимости от действий виновного лица. У нас, на жаль, наша прес-конференція добігає кінця. Ми ще не встигли підняти тему книги, яку нам сьогодні у студію принесла Світлана Торопчина-Галакова. Вона є автором цієї книги. Це «Правовий букварь». Тут є поради щодо правового самозахисту. До початку прес-конференції ми з Світланою спілкувалися, і вона розказала, що у книзі можна буде подивитися поради щодо домашнього насилля і поради загалом. Обов'язково шукайте її, придбайте. Розкажіть, можливо, так у нас залишилося буквально 20 секунд щодо цієї книги, де її придбати, де її знайти. Слушайте, книга, не нужно ее покупать, она бесценна, нету на нее цены, потому что я ее дарю. Вот моя задача ее подарить людям, потому что там 3 важных совета, которые нужны любому человеку. А тот человек, который хочет, может быть, ее купить, у которого нет возможности найти юриста, но ему нужна юридическая помощь, в частности, в домашнем насилии, вот, он может получить ее в подарок, а у кого нет возможности, он может купить, от гривны и до сколько он считает нужным, но эти деньги, которые будут перечислены на эту книгу, они пойдут в детский дом на Тополе у нас в Днепре. Ее можно купить в книжном магазине «Книжковый свит» на улице Воскресенская, 11, в Днепре, а также позвонить мне, можно позвонить на канал и получить ее в подарок, кому это нужно, потому что она специально для этого и создана, чтобы дать людям эти советы. Первое – это знать, что такое закон, что есть такой колл-центр 1545, телефон. И люди не должны страдать и чувствовать себя униженными, поэтому, конечно, закон им в этом помогает. Що ж, я вам сьогодні вдячна за нашу прес-конференцію, відповіли на всі запитання, і їх ще насправді дуже багато, але час у нас обмежений. Я сьогодні рада була вітати у нас у студії відому адвокатку, журналістку, керівницю Дніпропетровського об'єднання «Адвокат», автора і ведучу телепрограми «Під захистом» Світлана Торопчина-Галакова. Вона розповідала нам про домашнє насильство, як це карається законом, кого саме карають і що робити жертвам домашнього насильства. Ви почули відповіді на всі запитання. З вами у студії була Анна Кравчук, прес-центр телеканалу «Відкритий». До нових зустрічей. Не перемикайте.